Ну, давайте открыто правде в глаза смотреть. Мигрант сегодня работает на 50% больше россиянина и получает на 30% меньше. То есть давайте примем решение, без мигрантов будем работать. Тогда давайте мы зарплату, средняя зарплата по стране сегодня 50 с лишним тысяч, а у строителей 40 с лишним. Давайте доведем зарплату до средней как минимум, а если хотим привлечь в эту отрасль, увеличим тогда зарплату. Давайте повышать производительность труда, это системные вложения, и этим надо заниматься. Это все в наших с вами руках. Вот как примем решение, так и будет. Поэтому я говорю о цивилизованной, организованной миграции под жестким контролем, по жестким правилам. Я всегда привожу в пример Дубай. 1 000 000 арабов, 8 миллионов мигрантов и 12 миллионов туристов. Всем ассаламу алейкум, уважаемые братья мусульмане, братья христиане. Давайте-ка я вам расскажу о минусах мигрантов. Быть мигрантом в чужом стране очень трудно, как всем этим нациям. Вы сами по-любому где-то бывали, побывали. Вы по-любому находитесь где-нибудь. А быть мигрантом, например, как мы есть, наши братья здесь находятся, они оплачивают за кредит, за регистрацию оплачивают, за жилье. Еще, если у тебя патента нет, то тебя на работу не принимают. По-любому скажут, зачем тогда пришел, иди домой. Ну, я просто свое мнение просто хочу сказать. Честно говоря, если бы приняли, например, Америка без визы, без всяких геморроев, наши братья все там находились бы. Там трудно находиться, поэтому ближе к мы России находимся, поэтому наши братья все здесь находятся. Подписывайтесь, ставьте лайки, уважайте друг друга, иншаллах, все хорошо будет, если вы посмотрели до конца это видео. Ассаламу алейкум.